Вітаю, в ефірі телеканалу «Репортер студія», з вами Крістіна Черновалова, і сьогодні ми продовжимо говорити про червону карантинну зону на нашій Одещині. До нашої студії завітала сьогодні депутатка Одеської обласної ради Таміла Афанасьєва. Вітаю вас. Здравствуйте. Отож, 23 березня Одеса у нас знову почервоніла. Заборонилося проводити масові заходи, заборона роботи торгівельних центрів, магазинів, ресторанів. Але все допомагає нашій системі охорони здоров'я. Але одесити не підтримують таку ініціативу влади. Як ви вважаєте, чому така ситуація склалася не тільки в Одесі, не тільки на нашій Одещині, але й по всій Україні? За последний год мы можем заметить интересную тенденцию. Когда ввели первый локдаун, когда была перепугана вся Украина, когда мы видели эти ужасные моменты, видео с Европы, с Америки, там и перевозные морги, и когда там и трупы в мешках черных. Ну, в общем, это была такая достаточно сложная ситуация. И часть населения верили, что COVID существует, часть населения не верили. Но при этом все почти вот два месяца, можно сказать, что я была в тот момент активной благотворительной помощью. Мы помогали и больницам, у нас было такое интересное движение с народными депутатами «Без паники». И полностью, как бы, то есть я очень постоянно была на улице, я практически ни одного дня не просидела на карантине, но при этом, при всем у меня была, как говорится, своя причина помощи людям. И была, когда я передвигалась на троллейбусах, и на маршрутках, то есть транспорт работал минимально, были сокращены количество маршрутов, троллейбусы сидят там больше 5-7 человек, все в масках. Ну, то есть был какой-то такой достаточно жесткий контроль. И при этом люди были очень сильно напуганы. Потом у нас, естественно, что Одесса, как бы там ни было, и при этом работал привоз, да, то есть как бы полностью. А в Киеве не работали даже рынки. И киевляне приезжали в Одессу для того, чтобы пойти, как говорится, скупиться и все. И были такие ситуации. Но все-таки как бы Одесса как-то более-менее услышала первый карантин, первый локдаун. Потом, когда пошли уже процессы и летние, то есть все мероприятия, все ночные клубы, у нас достаточно сильно была такая ситуация осенью, когда очень много людей действительно переболело. Я сама переболела в декабре месяце, при том, что мы пережили выборы, при том, что мы общались с огромным количеством людей. Почему-то именно вот в декабре скосило очень так много моих друзей, и как бы, ну, то есть неожиданно для нас, для всех. При этом не было такой вот ситуации нагнетенной. То же самое после Буковеля. И вводили там вот разрешение, помните, с носками, были разные ситуации. Но вот сейчас не все понимают, уже как бы, знаете, мы за год привыкли, люди такие, что уже, как говорится, адаптируются к любым процессам. И вот сейчас, несмотря на то, что закрыли торговые центры, несмотря на то, что действительно очень многие рестораны и руководители ресторанов поддержали инициативу не работать, кафе, то есть вот практически все закрыто, да, как бы в работе в таком формате, что она там либо на вынос, либо как-то еще, то люди все равно двигаются, активничают, все равно забитые троллейбусы и забитые маршрутки, и люди ездят без масок, люди не дезинфицируют, как они это делали год назад. И сейчас вот этот штамм, который пришел, он очень агрессивный. Огромное количество людей получается заражение. Они сидят, вместо того, чтобы посидеть дома на самоизоляции, они выходят на улицу, они идут на работу. Я знаю случай, когда с температурой 39,2 человек 3 дня ходил на работу и говорил: «Нет, у меня не коронавирус, у меня там какое-то там обоняние есть». То есть это был верх нецелесообразности и верх безответственности. И я очень, честно говорю, поддерживаю и губернатора Одесской области, который Сергея Федоровича Гриневецкого, который обратился уже не один раз с просьбой, чтобы все-таки люди максимально, как бы, если респираторное заболевание, посидите дома неделю, проверьтесь, дайте тест на COVID, посмотрите на реакцию организма. А люди как бы считают, что да, это все не то, да, это все пройдет. Поэтому я очень так, честно говоря, расстроена, что люди не понимают, что, может быть, он не заболеет так, как заболеет человек достаточно с какими-то там проблемами с сердечно-сосудистой системой, с тромбами. Мы же видели, как умерла на ровном месте военнослужащая. Да, она была простым бухгалтером, да, они собирались в АТО, да, ей необходимо было сделать, то есть она без этой вакцинации, ну, как бы невозможно было уехать в АТО. И, может быть, это не вакцина спровоцировала этот смертельный случай. То есть у нее был ряд заболеваний, которые сопутствовали. Мы знаем людей, у которых сахар, которых не стало буквально за несколько дней. И вот эта безответственность лечения, где-то порой безответственность
принятие каких-то лекарств способствует тому, что у нас он становится агрессивный, он мутирует, я имею в виду вирус, и погибают люди, которые, ну, слишком склонны к этой болезни и имеют предрасположенность к летальному исходу. Як щодо штрафів? Чи зможуть вони змінити ставлення людей до карантину? Тому що якщо вони один раз заплатять, то повинні зрозуміти. Я знаю нескольких человек, которых оштрафовали, одних возле привоза, других возле ЖД вокзала. Я не знаю ни одного человека, которого оштрафовали там возле на берегу моря, да, или там в каких-то центральных улицах, или в офисах, да, то есть все продолжают более-менее работать. Дистанционка, удаленка существует, как бы, но офисы достаточно активно трудятся, и люди все равно приходят на работу в большинстве, передвигаясь общественным транспортом. Я вот сейчас разговаривала с Киевом, у них с 5 числа полностью закрывается метро, полностью все, перестает ездить транспорт. Может быть, это тоже спровоцирует как-то остановку еще какого-то количества населения. Но вот это, к сожалению, безответственность, еще раз повторяю, людей, что они не понимают, что он очень агрессивный и мутирует, и очень может ударить сильно по организму. Очень многих людей достаточно долгая слабость, да, то есть если раньше я, допустим, очень быстро вышла из этого состояния, но я сразу же приняла меры, да, то есть я когда поняла, что у меня что-то не то с организмом, я сразу стала принимать антибиотики, курс лечения, извините, даже пить воду с лимоном, то, что необходимо, до 3 литров. Многие люди этого не делают. Поэтому система штрафов, она повлияет, но нам не хватит всех полицейских, чтобы оштрафовать людей. Поэтому должна быть прежде всего внутренняя дисциплина и ответственность. И я очень рада, что вы пригласили, что мы можем сейчас это проговорить. И я могу обратиться к зрителям, чтобы все-таки не забывали, если у вас нет возможности купить маску, обратитесь к своим подружкам, к знакомым, к бабушкам, к мамам, которые умеют шить. Пошейте эту маску, дезинфицируйте ее спиртом, дезинфицируйте руки, мойте руки. Потому что вы, может быть, не заболеете, а вы заразите кого-то, кто находится рядом. Спочатку, коли тільки пандемія починалася, багато, ну, більшість людей не вірили, що вірус існує. Чуть пізніше тепер багато людей не вірять, що вакцина допоможе. Я би прокоментую таку ситуацію, що люди не вірять. Я можу сказати лично про себе, що мы до конца не понимаем всю ту статистику, которая происходила в Европе год назад, да? То есть ВОЗ говорил то одну систему, то другую систему, то действительно вот там даже есть вот эти вот ужасные видео, которые были там с Италии, да, когда там непонятно куда, какие-то там машины, которые вывозили эти вот эти ужасные черные мешки, или там нью-йоркские больницы, которые показывали. То есть люди реально были запуганы, даже Китай. Но вы понимаете, локационно, если делать все, чтобы вот заболел какой-то там город, да, там, или какой-то там район, локационно закрыли, перестали все пользоваться, то тогда какое-то и количество зараженных сразу же снижается. А у нас получается так, то есть одному можно, значит, второй пошел третий, и поэтому люди перестали бояться, то, что мы уже обсуждали. И, естественно, вакцина, которую завезли, да, которую уже индийская, которую уже перестали, которую уже не привезут, привезут теперь китайскую, она начинает вот этот вводить для людей как бы опасность того, что надо это делать или не надо. И люди сами себя порой накручивают. Но я вам хочу сказать, что однозначно должны делать медики. Однозначно должны делать люди, которые не болели коронавирусом, у которых нет антител. Однозначно должны стремиться делать люди, которые 80+. Потому что у них достаточно большой процент заражения, и медики вообще подвергаются опасности. Как они трудятся? Я вот часто бываю в департаменте охраны здоровья обл. Госадминистрации. Я вижу, сколько там количество людей, которые максимально пытаются помочь людям, да, которые работают с медиками каждый день, слышат эту статистику. И знаю людей, которые в больницах лежали, все говорят, что эти медсестрички, что как бы врачи, максимально уделяют внимание, все заботятся, но они же тоже подвергаются опасности, да, то есть если раньше там платили выплаты были какие-то для докторов, какие-то предусмотрены премии, то есть какие-то, если смертельные случаи, то были выплаты семьям, но при этом при всем у нас медики заболевают, и надо понимать, что если в какой-то момент все медики будут болеть, то что, кто будет лечить нас? Поэтому медики должны взять, конечно, ответственность за себя. И еще раз повторяю, люди 80+, это, конечно, тоже очень важно. Общественные деятели.
Вот у меня есть антитела, то есть как бы у меня ситуация 50 на 50, то есть я могу сделать, но как бы по сути для того, чтобы получить антитела на полгода, пока они у меня еще есть, я пока их, как говорится, буду со своими. Но если у человека он не переболел, если есть антитела и возможность частого общения, конечно, лучше сделать. Як щодо паспорту вакцини, як ви підтримуєте таку ініціативу президента України Володимира Зеленського? Могу вам сказати, що у нас по всьому міру вже пытаются ввести це. Единственне, що вот не зовсім понятна структура. То есть, допустим, какая-то вакцина признана в одной стране, да, не признана в другой стране. То есть, если человек из одной страны, из пункта А, переезжает в пункт Б, тут одна вакцина, тут другая. Ему говорят, а извините, вот вы не сделали, вы сделали ту, которая у нас не признана, сделайте ту, которая у нас признана. Вот тут какая-то странная ситуация. Поэтому тут надо продумать механизм, чтобы все же вакцины не сделаешь, правильно? То есть это же невозможно. Украина должна либо принять все вакцины, да, то есть и тогда наши жители смогут нормально путешествовать и сюда гостей, которые будут приезжать, допустим, на лето, да, в Одессу. Вот. Либо должна продумать, вот как вот в Америке, то есть у них провакцинировался, и любой паспорт, то есть то, что здесь уже есть вакцина, говорит о том, что ты можешь передвигаться по свету, покупать билеты в любую точку мира, но это все действует полгода. Вот у меня лично доктора, друзья провакцинировались в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе и Швеции, то есть у меня и там как бы медицинский полностью персонал. Они, понятно, что там разные реакции организма, но они провакцинировались, они из первых, в первой очереди, и паспорта, вот как бы им уже даже выдали все, что они теперь могут лететь в Украину. Чи є якісь державні субвенції або допомога від держави для, наприклад, підприємців, які, ну, дуже постраждали під час вже третього локдауну? Я знаю точно, что вот мы с семинаром разговаривали, обращались ко мне люди, что были выплаты прошлой осенью, зимой, то есть нужно было зарегистрироваться на сайте, ввести свои полностью данные, и в течение определенного периода как бы были выплачены деньги. Сейчас тоже об этом обсуждается, но спустили на местные советы частично, то есть как бы как эта система проходит, я знаю точно, что пока выплат нету, и как бы, то есть даже где зарегистрироваться негде. Я думаю, что эту систему еще будут проконтролировать и местные органы власти, и мы как депутаты будем максимально содействовать, способствовать этим всем выплатам, и люди должны получить поддержку. И было, да, это может быть не сильно большая цифра, 8 тысяч гривен за какой-то там период, там, допустим, за 2 месяца, который был весной, но они тоже есть. И тогда вы помните, что у нас были коммунальные послуги полностью, как бы разрешили не платить, да, и люди потом в течение какого-то периода. Сейчас такого не произошло. Поэтому все спустили опять же на местные власти. А местные власти говорят, нам нужно содержать эту систему, эту структуру, поэтому платите. Пока как бы я надеюсь, что все-таки придет к общей системе, что все-таки будут получать эту поддержку. И еще раз говорю, я как депутат областного совета буду максимально содействовать этому и максимально, чтобы это состоялось, чтобы люди получили эту поддержку. Як щодо допомоги медикам? Тому що зараз одеські волонтери б'ють на сполох, кажуть, що кислородних концентраторів вже не залишилося. Що будете робити в такій ситуації? Я знаю точно, що огромне кількість підприємців, бізнесменів, я знаю, що Одеська єпархія, облгосадміністрація за счет обласного бюджету, зараз виділили 15 мільйонів. Волонтеры, им низкий поклон, потому что очень много что происходит благодаря тому, что волонтеры аккумулируют определенное количество денег и сборов, они как бы понимают процессы, и они помогают департаменту. Вот Наталья Викторовна и Адарья Захария, она взаимодействует со всеми, все, как говорится, трудятся на единую защиту людей здоровья. С концентраторами, конечно, мы надеемся, что эти 15 миллионов закупятся и хватит на какой-то период, но при этом при всем открывается еще койко-место. И я вот понимаю, что по всей области, если одно время сделали точечные больницы, да, то сейчас и в Великомиколаевке открыли, и в Южном, то есть по всей территории, по всей Одесской области, чтобы люди хотя бы первую получали первую помощь непосредственно в своем хотя бы населенном пункте или в соседнем населенном пункте. Они ехали на какую-то локационную больницу, которая закреплена была вот даже год назад. Поэтому это важный момент. И мы надеемся, что если, конечно, будет необходимо, то мы, как областной совет, будем еще выделять деньги на эти кислородные концентраты, чтобы люди оставались живыми.
Дякую вам велике. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про червону карантинну зону на Одещині. До нашої студії завітала депутатка Одеської обласної ради Таміла Афанасьєва. У студії була Крістіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.